أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Большое спасибо, дорогие друзья. Сегодня в этом зале также гости из Москвы. Это сотрудники Министерства образования Российской Федерации. Уважаемый муфтий, слово вам. Лекция с докладом на тему «Традиционная мусульманская этика как движущий мотив развития общества в 21 веке». Будьте добры, прямо перед بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دين مبين دا محترم عزيز قردشترم حرمت لي Ректор, құрметлі директор, құрметлі консул, құрметлі фәннәр академиясындағы қызметкерлер, фән министрлігі уәкілдері, аспирантлар, студентлар, сіздің барыңызды да ислам сәлемі білен сәлемлейм. Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух дейм. Бұл Шарашуыбыз хайырлы һәм файдалы болуын Аллаһ Тәгалә үзе насып әйләсен. Уважаемый ректор Казанского федерального университета, крупный ученый в нашем российском государстве и не только известный в нашей стране Ильшат Рафкатович, уважаемый директор института Тарамиль Равилович, уважаемый генеральный консул, уважаемые представители Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, уважаемые профессоры, уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты, я искренне приветствую вас с традиционным мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Для меня честь выступать сегодня перед вашей аудиторией и в стенах одного из старейших и авторитетных центров учености нашего Отечества в это время глобального кризиса в мире. Поток хаоса, насилия и агрессии, которые сваливаются на человека, на зрителя из каждого выпуска новостей, заставляют нас сомневаться в правильности того пути развития, которое выбрало для себя человечество. Многие скажут, что развитие человеческой цивилизации в этом политическом, хозяйственном, экономическом, даже философском измерениях не гарантирует отдельно взятой личности, да и
всему обществу неискомого уровня благополучия и безопасности, ни удовлетворенности, ни высокой нравственной культуры. Я не исключаю, что грядущее поколение, описывая через столетия историю человечества, начиная с позднего Средневековья по 21 век, будут характеризовать ее как эпоху грабительского отношения к окружающей среде, варварства по отношению к традиционным укладам и культурам. Разочарование в преимуществах и выгодах глобализации, в способности международных политических сил договориться по ключевым вопросам политической повестки, в механизмах отстаивания своих прав и интересов, то есть разочарование в самой идее цивилизации как последовательного и разумного процесса развития человечества, вот характерные черты второй декады 21 века. Разграбление руин древней Пальмиры в мае 2015 года со стороны террористов, не это ли символическая примета времени? С этого угла зрения достаточно просто объяснить феномен привлекательности международной террористической организации «Даиш» в глазах европейской и в том числе и российской молодежи. На мой взгляд, проект «Даиш» напрочь отвергает нормы человеческого общежития, наработанные в течение последних тысячелетий, как бесполезные надстройки, напрямую обращаясь к наиболее архаичным пластам сознания человека. Пропаганда «Даиш», на мой взгляд, привлекает молодежь не столько перспективой построения «исламского государства», в кавычках, сколько полным освобождением от всех норм и условностей современного общества. Питательной средой для пропаганды являются многие факторы, в том числе важнейших из них – это несправедливость мировой экономической системы, плавающие нормы морали либерального общества, неспособность мирового политического истеблишмента договориться между собой. Многие факторы говорят о том, что прежняя модель роста и цивилизационного движения вперед исчерпала себя. Человечество нуждается в новых подходах в организации своего существования. Прежде всего, речь идет о новых философских, мировоззренческих подходах к организации индивидуальных и общественных коммуникаций. В поисках этой новой философии, я убежден, мыслящие люди нашей планеты обратят свой взор на первоисточники – священные писания мировых религий, прежде всего христианства и ислама, и постараются воспринять их в их первозданной глубине. В учении авраамических религий следует искать новые подходы к пониманию того, что есть человек и какова его миссия. Неправильно думать, что в центре религиозной этики находится Бог и его повеления, в которых не следует искать рациональных оснований. Напротив, в центре религиозной этики человек, его благополучие, но не в виде удовлетворения всех человеческих желаний и страстей, а ипостаси его интеллектуального и духовного превосходства над всем остальным миром живых существ, в ипостаси
его персонального и общественного достоинства. Религиозная этика преследует цель не покорения воли человека, а освобождения его духа, достижения сбалансированного взаимопонимания между всеми членами общества и разумное руководство землей и ее богатствами. Ведь не зря в священном Коране сам Творец, Создатель, Всевышний Аллаху Табарака ва Тааля сказал: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмилляхир рахманир рахим, ля туфсиду фил арды багда исляхиха». И это означает, что Всевышний Аллах требует нам, требует созидать, защищать и не разрушать землю после ее благоустройства нашим Господом. На определенном этапе истории западной цивилизации философия религии перестала быть источником знания об общественном устройстве, став лишь регулятором персональной, частной морали, а затем и вовсе неким культурным феноменом. Но перед лицом современного кризиса идентичности, кризиса модели развития традиционная религиозная этика будет возвращаться в жизнь обществ и приобретать актуальное звучание. И в этом состоит мое глубокое убеждение. В связи с этим важнейшей задачей религиозных лидеров, богословов, духовенства я вижу приложение всех усилий, чтобы ренессанс религиозного сознания и традиционных ценностей не был сужен до границ примитивного, понятного национализма и почвенничества, но имел под собой широкую гуманистическую базу ценностей добрососедства, взаимного бережного отношения к разнообразным культурам и духовным ценностям. Чрезвычайно важным я считаю одним из тезисов, сформулированный в совместном заявлении Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 12 февраля сего года во время этой поистине исторической встречи на Кубе. Цитата. «В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и в согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами». Конец цитаты. Я готов подписаться здесь под каждым словом. Это действительно насущная задача. Характерными чертами современной эпохи являются массовая доступность информации и самостоятельность суждений. Я, конечно, далек от мысли, что обществу можно спустить сверху тот или иной образ мысли. Поэтому чрезвычайно важно осознанный подход к распоряжению своими жизнями каждого члена общества. Сегодня каждый из нас, а в особенности люди учености, педагоги,
должны осознавать свою личную ответственность за общество, человечество, за благополучие нашей планеты. Недаром Всевышний Аллах многократно обращается к человеку как индивидууму, разумеющему, и подчеркивает, что человек есть халиф, то есть распорядитель на земле, ответственный за состояние дел на планете. В свою очередь, Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России в своей работе стремятся к тому, чтобы с трибун наших мечетей, в первую очередь с главной нашей кафедры Московской соборной мечети, исходил импульс просвещенности, человеколюбия, милосердия, добрососедства. Одним из важнейших этапов на пути оздоровления мусульманской уммы, которая, вне всякого сомнения, поражена болезнями нетерпимости, узости мышления и интеллектуальной закрытости, нам видится осмысление коранического откровения во всей его гуманистической широте. При вдумчивом изучении последнего Божьего откровения, священного Корана, мы обнаруживаем совокупность постулатов, раскрывающих высокое положение, достоинство, ценность человека, его предназначение во Вселенной. В научный оборот введен термин «коранический гуманизм», означающий совокупность коранических истин о человеке, как о высшем творении Всевышнего. Прочитанные без позднейших ригористических установок источники ислама раскрывают нам учение исламской религии как мировоззрение, заботящееся о благополучии отдельно взятого человека и всего общества. Коранический гуманизм включает в себя и уважительное, доброе отношение к представителям других вероисповеданий, что описывается идеей всеохватности божественной милости. Свою просветительскую деятельность мы ориентируем именно в этом направлении. Так, в октябре 2015 года Духовным управлением мусульман Российской Федерации была проведена Международная теологическая конференция «Коранический гуманизм как фундамент мусульманского образования». В апреле текущего года мы планируем провести в Санкт-Петербурге международную конференцию «Бегиевские чтения» по теме «Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в 21 веке». Многим из вас известно, что концепция всеохватности божественной милости, то есть утверждение о существовании разных путей к Богу и о возможности конечного спасения для представителей иных религий, кроме мусульманства, была развита выдающимся российским богословом Мусой Хазратом Бегиевым на основе трудов его предшественников. На наш взгляд, эта укорененная в кораническом гуманизме концепция сегодня заслуживает самого пристального изучения и осмысления. Причем это касается не только и не столько российского мусульманства, которое, хвала Всевышнему Аллаху, достигла по-настоящему высокого уровня межэтнического и межрелигиозного взаимоуважения и взаимопонимания, сколько для исламского мира, всех мусульманских общин, будь они меньшинством,
или большинством в своих странах. В этом плане, безусловно, можно гордиться опытом Казани, которая еще более 10 лет назад, в дни празднования своего тысячелетия, продемонстрировала миру свой потенциал добрососедства и торжества гуманистического подхода, бережно относящегося к каждой традиции и религии. Возвращаясь к упомянутой встрече глав Римско-католической и Русско-православной церквей на Кубе, мы помним, как много было сделано городской администрацией и республиканскими властями для возвращения в Казань православной святыни списка иконы Казанской Божьей Матери, хранящейся в Ватикане. Это также стало одним из первых практических шагов по налаживанию конструктивного взаимодействия между церквями в новейшее время. С Казанью связаны жизнь и деятельность многих исторических личностей, без которых невозможно представить современный татарский народ и всю совокупность его духовного, культурного и интеллектуального наследия. Одной из таких персон является историк и богослов, мыслитель Шахабуддин Хазрат Марджани. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения великого Шахабуддина Хазрата. Я считаю, эту дату необходимо отметить на высоком государственном уровне. И, пользуясь случаем, выступаю с предложением о создании оргкомитета празднования 200-летия Марджани с участием высших должностных лиц Республики Татарстан. Считаю, что мероприятия, приуроченные к юбилею, должны пройти не только в Татарстане, но и во многих других регионах России. Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России со своей стороны готовы включиться в эту работу самым активным образом. Резюмируя свое выступление с трибуны одного из старейших университетских центров России, призываю всех людей доброй воли и все заинтересованные институции в Республике Татарстан к совместной работе по развитию принципов и самой философии межрелигиозного диалога, по развитию концепции коранического гуманизма. Более того, я убежден, что Республика Татарстан и ее столица Казань являются превосходной площадкой для продвижения указанных идей. И мне отрадно то, что до выхода на аудиторию, обсуждая вопрос взаимодействия и сотрудничества между мусульманским духовенством Российской Федерации и учеными Республики Татарстан, мы увидели полное взаимопонимание наших взглядов и полную открытость и готовность к сотрудничеству мусульманского духовенства и ученых Казани, особенно Федерального университета Казанского и ученых Академии наук Республики Татарстан. То, что Казанский федеральный университет и сам ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович и
его коллектив, его профессора, ученые готовы совместно с нашими централизованными религиозными организациями создавать Булгарскую исламскую академию, в дальнейшем создавать и повышать уровень системы исламского образования, это безусловно радует меня как человека, который еще в 90-е годы прошлого столетия обратился к ученым, академическим ученым Российской Федерации за помощью, оказать нам помощь и поддержку в подготовке кадров священнослужителей, оказать нам помощь в создании системы исламского образования. И горжусь тем, что именно Совет муфтиев России учредил в Казани Российский исламский университет, ныне Российский исламский институт, совместно с другими своими партнерами. А также мы создали Московский исламский университет. И именно при Совете муфтиев России мы создали Совет по исламскому образованию. И пройдя вот определенный путь развития, мы сегодня уже можем гордиться, как я вчера, посещая Российский исламский институт и Казанский исламский университет, увидел труды наших ученых-богословов, которые уже изданы и которыми уже пользуются не только наши студенты, но и широкая общественность, которая интересуется исламской мыслью и исламской наукой. А также те наши совместные издания, которые были изданы с признанными, выдающимися нашими университетами, как Казанским федеральным университетом, Московским государственным институтом, университетом и институтом стран Азии и Африки, и Петербургским государственным университетом. Таким образом, идет плодотворное сотрудничество между нашими мусульманскими религиозными центрами, нашими высшими исламскими учебными заведениями и государственными академическими вузами. Я благодарю вас, уважаемые ученые, за вашу открытость, за готовность и в дальнейшем взаимодействовать и сотрудничать, оказывать нам поддержку. Дай Аллах вам доброго здоровья, успеха в ваших делах. И мы гордимся, что у нас в столице Республики Татарстан есть такой казанский именитый на весь мир университет, где учился и Владимир Владимирович Ульянов Ленин, и многие другие исторические личности, где получили образование и, альхамдулилля, наши специалисты, которые сегодня работают в системе исламского образования и в наших религиозных организациях. Мы надеемся и в дальнейшем Казанский федеральный университет даст нам возможность, чтобы наши бакалавры,
магистранты, магистры после окончания смогли поступать в аспирантуру, могли защищать свои диссертации и получать ученые степени. И в теологических факультетах, и в других факультетах вашего именитого университета. Благодарю вас. Успеха вам. Успеха студентам в получении знаний. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.